Всем привет! Я уже в машине. Сегодня дома утром некогда было снимать. Свои завтраки вам не показала. Да сегодня у меня такой завтрак был. Чашка кофе и один пряник. Торопилась, некогда. Задержалась сегодня дома. Как всегда. Еду на работу. На данный момент у нас 16 градусов. Но на улице так безветренно, тихо, хорошо. Хоть и 16 градусов, такая погода хорошая. Такой легкий морозец. Дороги вроде ничего так. Успели маленько почистить. После наших метелей этих. Эх, блин, успеваю я, не успеваю, светофор. Давай, дяденька, шустрее, давай, давай, давай. Успели на желтый. На желтый. Заворачиваю я направо. Так, это у нас там улица Артема была. Ой, какая большая машина. Страшно, прямо около тебя здесь. Около тебя здесь страшно. Достал уже меня. Улица Юрматинская, оказывается. Я же говорю, столько много в городе улиц новых. Юрматинская улица. Неоднократно вот по этой улице ездила я. Здесь прямо вот это спортивный комплекс «Арена», Ледовый дворец. Слева у меня сейчас вот остался Ледовый дворец «Арена». На каток сюда люди ходят. Молокозавод. Наш местный справа. Вот он, молокозавод. Машина много сегодня здесь стоит. Закончила дела я свои. Не все еще, правда, закончили. По работе закончила. Попала.
переехал на улицу Блюхера. Блюхера здесь в основном старые квартиры. Школа здесь. С этой и с той стороны все школы. Школа. Здесь район такой. Вот же. Все, скорость сбавляет везде. Дети, дети. С этой стороны школа, с этой стороны школа. Со всех сторон школы, сады детские. Сейчас с улицы Блюхера я перееду на улицу Курчатова. Сейчас направо будет улица Курчатова. Все, сделал я свои дела. Дом быта. Забрала одеяло. Поехала домой. Может быть, к уточкам заеду. Посмотрю, что-то я давно там не была. У меня в машине лежит и пшено там, и все, что им купила. Надо накормить, наверное, их. Сейчас посмотрю. Насыпала уточкам перловки. Вот. Они там были внизу, в воде. Услышали меня. Пришли. О, один уже вон кушает. В тот раз подольше не приходили они, а в этот раз прям тут же пришли уже. Вот. Вон они, вон они, вон они, вон они. Но в тот раз больше было. Что-то в этот раз их там внизу они еще сидят. Вот. Начали кушать, начали. Распознали вон четверо. Вкус. Сейчас все подтянутся туда. Вот они, вот они. Ой, в снег, в снег. Сели, сидят в снегу. Вот, вот. Сейчас они все туда. Так интересно, они садятся в снег и сидят в снегу. Греется, что ли, так? Кушают. Ох, ох, с того конца он подъедает, сюда идут. Один вообще в перловку сел. В перловку сел один. Маленькая кучка сюда пришли, а там внизу еще осталось много. Там река не вся замерзла, и вот они там плещутся внизу.
Ветерочек холодный. Холодненький. У реки, может, поэтому холоднее. В городе вроде я не чувствовала. Среди, конечно, многоэтажек. А здесь ветерочек. Подъедают. Любят они перловочку-то. Я дома. Свои покупки хочу показать. У меня сегодня мало. Вчера я в основном все, что надо было, купила. Сегодня так, докупила, скажем. Вот такое молоко я взяла. 38 или 40 рублей. Мягко упаковочки. Село зеленый творог вот такой взяла. 200 грамм, 52 рубля. Зернистый. Очень вкусный, кстати. Хлеб вот такой взяла. Пол булочки только взяла для пробы. Потому что я суп вчера варила. А суп мы хлеб едим только с супом. Это бездрожжевой хлеб. Пол булочки взяла вот для пробы. Принесла. Сын говорит, вообще не надо было. Ели бы без хлеба, типа. Ну ладно, взяла попробовать. И самое то, что вот мне надо было, это срочно. Фильтр Барьер взяла я. У меня старый. Наш уже тут старый стал. Он такой весь. Покрылся белым этим, как называется-то, налетом. И уже чем только не мыло, и не отмывается. Но он уже древний. Я уже забыла, когда я его покупала-то, сколько лет ему. Лет 10, наверное. Как бы не соврать мне, лет 10, наверное. Надо, пора менять уже, выкидывать его. Все, вот все мои покупки. А, этот фильтр стоит 500 рублей. Вот. За 500 рублей я его купила. 2,5 литра. Сразу идет с кассеты он, оказывается. Я думала, эти кувшины продаются просто так. Я вот свой тот покупала, видимо, забыла я. Наверное, тоже так же он продавался. Просто я забыла. Она мне дает так кассету, я говорю, а у меня есть кассета. Ну, я сразу блочок покупала. Она говорит, это идет вместе. Думаю, о, какая приятная новость. Вот так вот. Все. Все мои покупки. Пошла все раскладывать.